волнует тематика этики и деонтологии в отношении пациентов и их родственников. К сожалению, наш регион не исключение от страны, что на фоне успехов очевидных, о которых и Ирина Николаевна доложила, и я говорил, в принципе, люди, население Смоленщины, сталкиваясь с откровенным хамством со стороны тех или иных врачей или медицинского технического персонала, в целом оценивают здравоохранение в негативных тонах. Поэтому то, о чем нам доложила Ирина Николаевна, еще я солидарен на 1000%, это то, что нужно самое пристальное внимание обращать на вопросы этики и деонтологии в отношении пациентов всех, без исключения медицинских учреждений региона. Елена Николаевна сказала, что считает, что должны в каждом учреждении быть созданы специальные комиссии по рассмотрению жалоб от пациентов. А я в этом уверен. Прошу, Елена Николаевна, чтобы вы выпустили соответствующее распоряжение, чтобы во всех, без исключения учреждений здравоохранения региона, подобные комиссии были созданы. Самым внимательным образом отслеживали бы рассмотрение жалоб со стороны жителей региона. Насколько мне известно, на эту минуту порядка 30% всех обращений, поступающих на хамство или подобные негативные проявления со стороны медицинского сообщества в отношении обращающихся за помощью смолян, но 70% не находят зачастую подтверждения только лишь потому, что это невозможно доказать. Хотя, конечно,